Сейчас я вам покажу. Вот сейчас посмотрите, какие фотографии я привезла. Вот письма, которые доходили маме, остались у мамы мои письма. Вот смотрите, я была медсестрой. Вот наши молодые годы. Вот писала маме, пишу письмо. Вот смотрите фотографии. Это остались с войны. Писали письма маме. Мама сохранила письма. Мамочка дорогая, любимая. Сейчас у нас будет наступление. Если есть порох, да, я надеюсь, что все будет хорошо. Останется уже время. Вот все так. Тебя люблю. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Люди там неплохие, хорошие в то время были, делились воспитанием, помогали, чем кто может. Наши войска освобождали Польшу, Чехословакию, дошли до Берлина. А как Россию? А Россию освобождали. Какие наши люди были довольны, что наши солдаты начали освобождать города наши. Но время прошло, дошли до Берлина, остались живые. У нас погибло очень много наших солдат. Рождается новый день.